Ja tõepoolest on jutud aeg ja siia on jõudnud Nõmme Kalju peatreener Sergei Frantsev. No, к сожалению, на равных играли сегодня, а все-таки опять вот такое не получилось. Немножко даже играли с преимуществом в первом тайме, с хорошим преимуществом, но гол, будем так говорить, или решил уровень какое-то качество решило. Все-таки у нас хорошие подходы были и возможности, но забить не смогли. Ну, естественно, если не забиваешь, то выиграть очень сложно. Плюс, конечно, я никогда не комментирую своих футболистов, но это вопиющее безобразие со стороны Натхо. Это просто вопиющее безобразие. Ну, а есть в Калью такая агрессия и в атаке? А что еще надо? Что еще не хватает? Не хватает качества. Качества. Okay. Квалитета немножко не надо хватает. Работать, но мы, да, мы будем работать. Да, спасибо. Все, Флору с победой. Спасибо. Ütles siis Sergei Frantsev, kes teatavasti ei ole pika jutu mees, et esimesel poolajal alguses olid nad isegi nagu paremad, hoidsid rohkem initsiatiivi, omasid võimalusi, kuid nad ei suutnud neid ära lüüa ja siis sai otsustavaks Flora värav. Flora lõi ära oma momendi ja pärast seda nad nagu üritasid, aga nad ei jõudnud selleni ja kuigi ta tavaliselt oma mängijaid väga kritiseerida ei taha, siis siiski ta ütleb, et praegusel hetkel päris taset ei piisa, kiitis Florat, nii et tuleb lihtsalt tööd jätkata.